Эта идея охватила широко инородные массы. Значит, хотя телевидение время от времени показывало, что население все больше и больше у них получает поддержку этой идеи, что она уже превращается в серьезную политическую идею, даже в какой-то мере антигосударственного характера, потому что это противоречит внешнеполитическим целям нашей страны, тем не менее, опять же, ничего не делалось. В конечном счете, власти столкнулись с тем, что перед выборами, некоторые политические деятели ГГУ-Сирии заявляли совершенно откровенно, что после 2 февраля, начнется другая жизнь, что теперь мы сможем диктовать Кишиневу в соответствии с народным волеизъявлением, что будет дальше. И вот тогда спохватились, начали угрожать уголовными делами и так далее. Это совершенно непродуктивно и вообще не продумано. Отсутствие полной какой-то стратегии.